Сразу же после нас на Первом канале идут хорошие документальные фильмы про звезд мировой музыки. И сегодня про группу Genesis, наконец-то. Про группу Genesis, Фил Коллинз, Питер Габриэл. Все подробно будет рассказано в фильме. Он так и называется Genesis. Теперь несколько слов о российском кино. Вчера в широкий прокат вышла молодежная комедия «Все исправить». Главные роли в фильме исполнили участники, Митя, нашей с тобой любимой группы M-Band. Да. Я обожаю их. Я вот не успел насладиться еще ими как музыкантами, а ребята уже в кино. Окружают меня. Пока ребята не перешли в театр, мы бы хотели напомнить вам, что они еще все-таки являются музыкантами. Мы с вами, друзья, прощаемся. Желаем вам хороших майских праздников. Прямо сейчас встречайте M-Band с заглавной песней фильма «Все исправить». M-Band! Долго ждать. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты другая, не такая, как все. Если б ты дала мне шанс, я мог бы все исправить. Просто ты другая, не такая, как все. Просто ты Фиаско не будет, я тебя не оставлю. Дай только шанс, ты я все исправлю. Просто ты друг.